поэтому я использую яркое произведение любви, в общем-то, не проблема. Но есть так, чтобы понять суть и идею данного произведения, необходимо будет задействовать свою фантазию и воображение. Дело в том, что наши художники предпочитают это стиль как абстракции, соответственно, друзья, без креативного мышления здесь не обойтись. Есть, конечно же, плюс. Поскольку эта картина нарисована добрыми белыми тенями, со стадиями, она будет, например, прекрасной позитивной энергетикой.